Всем привет, с вами Коба. Сегодня 9 сентября 2013, ровно год исполняется каналу Розетка ТВ. Я вам всем очень благодарен, что вы смотрите мои видео. За этот год я достиг более 18 тысяч подписчиков и более 500 тысяч просмотров. То есть даже 5 миллионов, извиняюсь. Для меня это очень много. В этом видео я хотел бы поблагодарить тех людей, которые смотрят меня уже очень давно. Я буду говорить их ники в Майнкрафте. Это такие, как Рэми, Галкин101 и тот же Слава, то есть Мэдман. Спасибо ему, что он поставил сервер на хостинг. К сожалению, сейчас закрыт наш сервер в Майнкрафте. Но у меня есть для вас сюрприз, о котором я расскажу чуть позже, даже, наверное, в конце видео. Я очень доволен своим результатом канала за год. Я набрал, по моему мнению, кучу подписчиков, партнерку и много просмотров. Вся моя популярность канала стала из-за сериала «Школа», который набрал более 700 тысяч просмотров. И это только на первой серии. На одной той серии. На сервере в Майнкрафт зашло более 1500 человек. Конечно, иногда видео бывают не очень интересными, но все равно я стараюсь снимать их только самые классные моменты. Итак, сейчас я вам расскажу историю канала. 9 сентября 2012 года, это было воскресенье, мы пошли с моим другом Юрой, то есть Позитивом, в кино. Я уже не помню, на какой фильм, и после кино придумали песню очень идиотскую. Но мы решили ее залить на YouTube просто ради прикола, чтобы посмеяться вместе с одноклассниками, то есть скинуть им ссылки, и чтобы они тоже поржали. Мы разошлись по домам, а текст песни был у меня. Я пришел домой, сел за компьютер и создал канал, который назвал Тахан99. Многие спрашивают, почему у меня три ника: Тахан99, Антон99, Коба99. Так вот, сейчас я вам отвечу. Год назад, 9 сентября, была актуальна версия Майнкрафта 1.3.2. У меня не было тогда лицензии, поэтому я подобрал скин по нику, который, собственно, и назывался Тахан. То есть ник был Тахан. Но потом, когда я начал снимать видео, я решил не плагиатить ник и назвал себя очень банально Антон99, потому что я не знал, как себя назвать. За этот год я многому научился. Да что такое, а? Сейчас. Через 10 дней у меня был день рождения, где друзья подарили деньги. Я их закинул на кошелек и купил себе лицензию Майнкрафт. Но лицензия под ником Антон99 была занята. Я долго думал, какой ник мне подобрать. Но перед созданием канала я смотрел сериал «Побег», русскую версию. Там мне очень понравился актер, у которого была кличка Коба. Он был авторитетом в тюрьме. Но ник Коба тоже был занят, поэтому я добавил к нему 99, и получилось Коба99. Еще мне задают вопрос, почему канал называется именно «Розетка ТВ». Так вот, отвечаю. В той самой песне было что-то про розетку, точно не помню что. «Розетка» пишется через «О», но мы специально с Позитивом написали через «А» и решили, что это наша фишка. То есть, если вы считаете, что я безграмотен, это вы ошибаетесь очень. У меня нормальные оценки в школе. После создания канала в начале ноября Позитив начал снимать мобгейм. Многим людям он нравится, поэтому я одобрил его проект. Когда мы с друзьями снимали сериал «Школа», не думали, что он станет таким популярным. Мы снимали ради удовольствия, не ради подписчиков, то есть просто для себя. Да и сейчас также, наверное, снимаем, ну, хотя тоже ради подписчиков я многое делаю. Ну вот я вам рассказал биографию канала «Розетка ТВ», то есть моего канала. Теперь о сюрпризе. Так как сейчас не работает сервер Майнкрафт, но он обязательно скоро возобновит свою работу, где-то через недельки 3-2. Ну, сейчас вы не можете поиграть со мной, да, и поэтому мы откроем скоро, очень скоро, до октября точно, РП-сервер в Сампе. Но об этом я уже сниму, конечно, естественно, отдельное видео. Надеюсь, вам нравится смотреть мои видео. Всем спасибо за просмотр. С вами был снова Коба. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.